Звонкие удары по барабанам разносятся по всему торговому центру. Это участники мастер-класса стараются ни в чем не отстать от учителей и профессионалов. Освоить инструмент мог каждый желающий. Такой шумной поддержкой теплоэнергетики привлекают внимание самарцев и говорят о важности своевременной оплаты за коммунальные услуги. Оплата жителей – это в первую очередь гарантия стабильного теплоснабжения города, это гарантия выполнения инвестиционных программ, гарантия улучшения качества жизни всех жителей Самары и Самарской области. И мы хотим напомнить о том, что в Новый год лучше всего входить без долгов. А тем, кто своевременно платит за тепло, маленький солнечный бонус. Снегурочка вместе с энергетическим героем Теплославом угощали сочными мандаринами. Добросовестных плательщиков оказалось много. Задорная и очень даже интересная. Конечно, без долгов уже, но все равно, мне кажется, кого-то это даже сподвигнет на то, чтобы действительно погасить долг пораньше. Конечно, тепло – это важная очень составляющая для всех семей. Есть дома тепло, есть любовь и есть все необходимое. Еще одним бонусом для тех, кто вовремя оплачивает квитанции за тепло, а также заплатит авансом за декабрь, станет участие в акции энергетиков «В Новый год без долгов». Компания проведет среди добросовестных плательщиков розыгрыш ценных призов. Победителей назовут в феврале 2020 года. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.